Национальное телевидение Чувашии – единственный в республике круглосуточный телеканал, вещающий на чувашском и русском языках, ориентированный на самую широкую аудиторию. Телеканал представлен во всех кабельных сетях Чувашии и в пакете IPTV – онлайн-трансляции в сети интернет. Полный архив телепередач на сайте компании. Март 2017-го – самые значимые события в развитии национального телевидения. Победив в федеральном конкурсе, мы стали общедоступным 21-м региональным телеканалом. А выход на спутник Триколор ТВ в разы увеличил телевизионную аудиторию. Теперь нас смотрит вся Чувашия и Россия. Ежедневно в эфире национального телевидения Чувашии оперативные и достоверные новости, итоговый информационный выпуск, прямые трансляции главных событий в республике. За 5 лет в эфире получили постоянную прописку более 60 авторских программ: общественно-политические, социально-экономические, детские, образовательные, культурные, спортивные, развлекательные. Их количество постоянно увеличивается. С выходом на спутник национальное телевидение обновляет концепцию вещания. В эфире появляются новые проекты. Первый из них – утреннее телерадио-шоу «Будильники» «Ирхисалам». Передачи национального телевидения Чувашии ежегодно становятся победителями всероссийских конкурсов и фестивалей. Коллектив телерадиокомпании успешно реализует десятки социально значимых проектов средств массовой информации. Безленточное производство, вещание в самом современном формате Full HD 16:9, передвижная телевизионная станция с возможностями создания виртуальных студий и многокамерных съемок. Мобильный телевизионный передатчик для прямых включений из любой точки. 2 операторских крана. Квадрокоптер, слайдеры и рельсы. Профессиональная команда, нацеленная на высокий результат. Все это позволяет делать современное качественное телевидение с неповторимым национальным колоритом и собственным оригинальным взглядом на развитие Чувашии и всей страны.